Дорогие друзья, перед началом просмотра видео, подпишитесь на наш новый YouTube канал. Ссылка на канал в описании под этим роликом. Печальную новость сегодня рано утром сообщил известный российский телеведущий Андрей Малахов. Он заявил всей стране о том, что ему стало известно, что сегодня ночью в страшную аварию в Санкт-Петербурге попал любимый наш актер России, которого знает вся страна, Михаил Тарабукин. Михаил Тарабукин за годы своего творчества снялся более чем в 150 фильмах. Есть информация о том, что он на своем автомобиле грубо нарушил правила дорожного движения, после чего произошло лобовое столкновение со спортивным мотоциклом. Сейчас наш актер находится в больнице с серьезной травмой позвоночника. Сотрудники полиции проводят разбирательство. В скором времени, друзья, об этом уже сообщат по телевидению, поэтому смотрите наш канал. У нас только правда. Завтра рано утром мы расскажем вам шокирующие подробности о том, как это все произошло на самом деле.